Всем добрый вечер. Волгар, Динамо, Махачкала. Третий тур. Мелбет, первая лига. В Астрахани на час время больше, чем в столице. Хорошо. Гелизидинов под удар. Вынос. И вот момент еще может быть. Удар. И тащит Хамхоев. Добивание Ведерников. Вот он момент. Вот здесь мяч Давите. И взял в руки. И считает, посчитал цыганок, что это нарушение правил. Что такое? Еще раз Делькин. И мяч в воротах. И показывает на центр. Да. Разыграли. И мяч в воротах. Прямой не идет. Розыгрыш, да. Делькин. 64-я минута. Вспоминал я про Артема. Про его гол в Калининграде. И вот второй мяч. Второй мяч забивает свою новую команду. Магомедов, подача. 11-метровый удар, грудью отбивает, еще удар, блокируют, и третий будет. Ну ничего себе, добавляет, да, главный судья. Удар и спасение Смирнова, под перекладину мяч летел. Как нашли-то там его? Почему-то тут не усмотрели. Агеев, кто это? Нет, Ведерников, конечно, в дальний, и влетает! И влетает мяч, и 1-1 ликует скамейка запасных «Динамо». Все-таки добились своего. За «Динамовцев» 25 лет, вообще центральный защитник. Но сегодня моменты 2-1! Нет, ну вот это развязка, это Делькин! Это Делькин и пистолеты! Эль Пистолето Луис Суареса, это Эль Пистолето! Троекратное ура для волгаря, который в концовке добывает победу.